Падает листва, осенняя на грусть, прошептала память, назад не обернусь. Остывает утро, льет осенний дождь, ты ушла, и в сердце отголоском дрожь. Осень торопила выбор за тобой, отпусти вчерашние двери, за ней закрой. Листопад кружится, манит танцевать, в танце страстном грешном мне любовь сыграть. Осенний танго с поцелуями дождя, желания твои узнаю я вслепую, пусть не погоду чувству пережить, но любовь осеннюю сердцу не забыть. Женщина чужая, мой печальный грех, только ты на свете лучшая из всех. В осеннем танго с поцелуями дождя, желания твои узнаю я вслепую. Если бы была электрогитара, Ваня бы сейчас соло играл. Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Александр Чебанов, и вот в таком весеннем танго, мощно, энергично, Ярослав ворвался в этот эфир. Уже по традиции, ровно в 6 часов каждую субботу мы встречаемся здесь, в авторском проекте Ярослава Сумишевского «Квартирник онлайн». Ну и, конечно, должны похлопать, Саш, в этот момент. Да, давайте, давайте, не будем изменять традиции. Ну и, конечно же, мы не могли не пригласить очередного нашего гостя. И сегодня этот гость уникальный. Сами поймете, почему. Это замечательный певец, артист, композитор. И зовут его Руслан Алихнов. Встречаем, дорогие друзья, Руслан. Руслан, привет. Привет, спасибо огромное, что ты пришел. Микрофончик здесь. Приветствую всех, всю команду Ярослава. Тебе большое спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо, что пришел. В этот нелегкий период. Я рад вас всех видеть. Да. У меня есть такие своего рода традиционные вопросы. И первый из них звучит следующим образом. Было бы очень интересно узнать, каким образом вы впервые друг о друге услышали. Ярослав. Я первый, ну, да? Ну, давай, да, на правах хозяина. Услышал я о Руслане. Мне вот почему-то кажется, что я ходил на тот же кастинг, что и Руслан, когда... Ты же победил, правильно, в проекте «Народный артист». Мне кажется, да, что вот как четвертый раз... год был. Как раз в четвертом году я приехал в Москву. Видишь? Вот именно в этом году я... Это другая история. И тогда я узнал о Руслане, я следил за этим проектом, думаю, вот, человек победил, здорово. А потом я впервые познакомился с ним уже спустя много-много лет.
лет, наверное, 10 или 15, может быть, даже. Мы учились у одного педагога в Московском государственном университете культуры, у Тараненко Ларисы Федоровны. Тогда мы с ним уже лично познакомились. Вот это да. У Руслана есть своя версия. У меня другая версия. Как раз-таки от педагога нашего, от Ларисы Федоровны, я узнал о Ярославе Сумишевском. О другом Ярославе Сумишевском. Потому что я знал тебя, помнишь, ты, такие еще волосы были, да, были удлиненные, похоже, вот как у брата. Да. Да. Но да. У меня их стало меньше, а у него они остались, понимаешь? Я решил состричься. Я просто, может быть, это он начинал карьеру, понимаешь? Вот. И дело в том, что она говорит, вот Ярослав. Так я знаю Ярослава. Она, нет, нет, это не тот Ярослав. Как не тот? А потом она показала мне, вот нет твоих выступлений. Помню песню «Туман, туман», я это помню, да? И потом мы как-то созвонились с тобой через какое-то время и встретились, помнишь, в спортклубе, по-моему, да? Да, в спортивном клубе. Да, пообщались там, я ничего не помню, на какой предмет. И тогда мы познакомились с Ярославом лично. Потому что я знал такого артиста, Ярослав Сумишевский, но в другом формате я его узнал потом. Именно благодаря Ларисе Федоровне. Здорово. И когда чем больше стал я узнавать о тебе, тем больше стал восхищаться, потому что я все равно считаю, что Ярослав Сумишевский — это явление вот 20-21 века. Потому что я всегда тебе говорил, ту историю, которую сделал когда-то Разин, да, придумал вот эту тему, с популярностью через массу, да, без интернета. Ярослав это воплотил в интернет, да, и сделал вот эту популярность многомиллионную, вот, собственно говоря, своим трудом, своими силами и, конечно же, своей головой, да, может быть, благодаря там Наталье, которая вдохновляет тебя. Наташенька, низкий поклон тебе, я очень рад тебя видеть. Наташа, я понял, от кого я слышал. Я желаю, искренне, чтобы вот этот, понимаешь, твой посыл в народ, знаешь, кто-то проходит конкурс, а вот как я там пошел, победил, а кто-то, понимаешь, идет по другому пути, и этот путь не менее, знаешь, не менее ярок, не менее индивидуален, понимаешь? Это то, что создал ты, я всегда говорил, цените людей по их поступкам. Я восхищаюсь искренне тобой. Спасибо. Искренне. Спасибо. И желаю тебе творческих успехов, твоей команде и новых побед, ребята. Спасибо большое. Мы не расходимся. Я говорю, на самом деле, сейчас уйти и оставить вас вдвоем, и вы замечательно бы разговаривали. Говорили бы друг другу массу комплиментов. Но у меня есть, извини, что я тебя перебил, у меня есть уточняющий вопрос. У вас же достаточно небольшая разница в возрасте. Руслан... Почему? Мне 58 лет в этом году. Да, а Ярославу 56,5. Да, 56. Два года. Правильно ли я понимаю, что в самом университете вы никогда не встречались? То есть узнали... Мы там даже не учились. Мы не встречались, но я тебя видел на одном из выступлений. У нас был какой-то праздничный концерт, или отчетный, не знаю. Ну, ты меня тогда как бы не видел, а я тебя видел. Ты выходил из-за кулис, я посмотрел, думаю, о, как здорово, в нашем университете выступает звезда. Думаю, откуда он? Потом уже впоследствии я понял, что ты у нас учишься. Да. Ну, наверное, да. Хорошо. Руслан, родился ты в Белоруссии, в городе Бобруйске, да? Мог бы ты, вот, может быть, очень кратко рассказать о самых ярких впечатлениях своего детства? Да, родился в замечательном, прекрасном городе Бобруйск. И всем привет, кто сейчас нас смотрит. Яркие впечатления, знаешь, детство, все-таки оно, знаешь, как некий такой отпечаток, потому что я вырос в семье военного. И ты знаешь, с детства я не мечтал стать артистом даже. У нас, да, конечно, у нас серьезно? Там, знаешь, космонавты, летчики, милиционеры и так далее, вот, почему армия, да, так далее, вот дальше. Это уже потом пришло, где-то лет 18, наверное. Но я приглашаю всех туда, Ярослав, тебя, и с концертом. Кстати, ты был, наверное, там, да, в городе? В Бобруйске еще не был, но в Беларуси я был очень много раз. Обязательно будешь там, я тебе это обещаю. Мы очень надеемся, я сделаю тебе экскурсию по нашему родному городу. Очень хочу поехать. В декабре, если, ну, дай бог, что все сложится, у нас запланирован там концерт. Сложится, ребята, все сложится, скоро закончится. Обязательно побываем. И обязательно, вот это классная заставка, кстати. Мотивирующая. В это время, да. Я уже соскучился, знаешь. Там ноты. Там, да, конечно. В моем телефоне нота. Поэтому я вас всех приглашаю, ребят, в Бобруйск. И это поистине красивый город. Замечательный город, в котором осталось еще немного людей, которые прошли Великую Отечественную войну. Немного. Половина уехала за границу. Америка, Германия. Вот. Но из тех, кто там остался, с ними пообщаемся и узнаете много интересного. Да, с удовольствием хотелось бы съездить. Ну, давайте это и зафиксируем. Тем более я наполовину белорус. Да.
Да, у меня бабушка из Беларуси, из Гомельской области, да. Дедушка у меня Козловский, вот. Бабушка Громыко. Земляки! Как много общего открывается, пока шикарно. Ребята узнали о себе еще что-то новое. Я предлагаю перейти к исполнению одной из композиций. Мы еще многое расспросим у Руслана о его проживании в Беларуси. Я знаю, что бабушка твоя оказала на тебя большое влияние с точки зрения воспитания, но предлагаю вернуться к этому после песни. И скажи, пожалуйста, какая первая прозвучит у нас сегодня в «Квартирнике»? Дуэтом споем, да? С удовольствием. Я бы хотел исполнить с тобой эту песню, потому что эта песня, которую мы с тобой исполнили впервые в 17 году, и РДС такой дуэт. И для меня, ты знаешь, сегодня будет честью еще раз петь вживую. Ох, для меня тоже. Поклонников. Потому что не часто мы встречаемся и тем более поем. А песня, господин ведущий, называется «Самая милая». Это наш звукорежиссер, если что. Мы его так называем, потому что его не видно в кадре. Как в «Что, где, когда». За окнами белый снег в танце ночном кружит. Так одиноко мне, мне без тебя не мило. Этот безумный мир, время в моих глазах замерло на часах. Как же я раньше жил, душу до дна испил. Я никогда никого так еще не любил. Самая милая, самая лучшая женщина осенним туманом, весенней грозою повенчана. Ты так легка и чиста, так наивна и ласкова. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Все, что не спросишь, я россыпью брошу к твоим ногам. Я никогда ни за что никому тебя не отдам. Богом даровано счастье мое долгожданное. Женщина милая, женщина лучшая, самая. Знаю, что где-то там ты, как и я, не спишь. Минуты сложу в года. Господа я молил, чтоб он тебя хранил, радость или беду. Все на себя приму, миг под названием жизнь. Только меня дождись, я до тебя долечу, доплыву, добегу. Самая милая, самая лучшая женщина осенним туманом, весенней грозою повенчана. Ты так легка и чиста, так наивна и ласкова. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Все, что не спросишь, я россыпью брошу к твоим ногам. Я никогда ни за что никому тебя не отдам. Богом даровано счастье мое долгожданное. Женщина милая, женщина лучшая, самая.
самая милая, самая лучшая женщина. Осенним туманом, весенней грозою повенчана. Богом даровано счастье мое долгожданное. Женщина милая, женщина лучшая, самая. Богом даровано счастье мое долгожданное. Женщина милая, женщина лучшая, самая. Браво, ребята, браво! Для всех женщин. Шикарное исполнение одной из самых ожидаемых песен сегодня, судя по комментариям, которые вы писали заранее. А я напоминаю то, что мы находимся с вами в прямом эфире. Знаешь, Руслан, две или три передачи, которые мы проводили, мы, к сожалению, испытывали какие-то невероятные проблемы с задержкой звука. Интересно. Мы делали вот какие-то немыслимые вещи, консультировались, искали ответы на вопросы, ничего не могли понять. Что-то мы сделали с Ярославом вчера, но мне кажется, основная история заключается в том, что пришел ты. И все настроил, все заработало. Ну, и все настроил, да? И вот как-то вот своей энергетикой сделал так. Что сегодня все работает. Да, это я к тому, что мы тоже знаем о том, что тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, сейчас идет все хорошо. Вода, чай. Вот. Вернемся к моему вопросу о твоей бабушке. Ну, я просто видел одно из интервью, и ты там рассказывал о том, что она в буквальном смысле научила тебя всему. Ярослав, ты когда-то, прежде чем я задам вопрос Руслану, занимался, не знаю, земледелием, там, сажал ли картошку, пропалывал грядки? Ну, конечно, да. В детстве мы занимались этим. Папа иногда нас с мамой заставляли, потому что, ну, детство было тяжелое, денег было мало, поэтому у нас каждый год был огород, картошка, огурцы, помидоры, там, ну, зелень, понятно, вот, вскапывал, все было. Было тяжело. Мы коллеги с тобой. Да? Вот смотрите, на самом деле, мы сегодня будем еще больше общего находить между вами. Вопрос, на самом деле, звучал Руслану, ответил Ярослав. Ну, правильно ответил. Ну, да. Все правильно ответил. Хорошо. Я особо ничем не отличаюсь от того, что делал Ярослав. И, на самом деле, рад, что Ярослав умеет то, что умею я. Но у нас теплицы были, я не знаю, как у вас. У нас были теплицы, и огороды до сих пор это есть, и большое хозяйство. Что было самым нелюбимым, прошу прощения, да? Колоть дрова и косить траву утром. Потому что значит, мы приходили с братом после вот этой ночной истории где-то в 3 часа. И в 5 приходилось вставать для того, чтобы пойти косить траву. Ну, с дедушкой. Дедушка нас поднимал, а утром трава косится, потому что роса. И поэтому очень легко косить. А траву косили, правильно понимать, было достаточное количество? Оно есть достаточное количество земли, на которой росла трава для того, чтобы кормить скотину. Ага, понял. А у тебя, Ярослав, вот у меня самым нелюбимым было собирать... Ярослав там тоже, кстати, косил, я видел. Да, серьезно? Да, конечно. Ничего себе. Я косил, это уже взрослая специальная машинка. Он косил другое. Так. Нет, траву я не косил в детстве. Нет, я не про траву. Я понял. Я совершенно не про траву. Про ноты в телефоне. Так. Самое нелюбимое, ну, наверное, вот копать огород перед тем, чтобы сажать картошку, нужно же разрыхлить землю лопатой. Это было самое тяжелое, наверное, для меня. Не знаю. Вот для меня самым нелюбимым было собирать колорадского жука. Это было мучение просто, я не знаю. Это вот нужно было, да, Вань? Нет, такого не было, но... А можешь сказать, что любимое было? Ходить с папой и собирать навоз. У тебя? Тележка же, да, была? В тачку такой. Лопаткой. Подгреб в тачку ее. А я вот еще помню, нужно было усы у клубники обрезать. Это тоже было мучительно скучно. Вот Наташа улыбается, тоже вспомнила, что она... Мы все детство это делали. Какая вкусная клубника. Клубника, да. Особенно в огороде соседей. Знаешь, это тоже было дело. Мы постоянно... В заборе есть дырочка, рука маленькая, только шик, клубничку сорвал побольше. Не так вкусная. А вот именно у соседей это особый вкус какой-то. Особый вкус. Ну хорошо, давайте, может быть, вот
поговорили немножечко и перейдем тоже к следующей композиции. Я так понимаю, сейчас Руслан будет исполнять что-то сольно, одну из своих песен. Вы, пожалуйста, комментируйте, задавайте вопросы. Мы их видим, обязательно некоторые из них озвучим. Ну а пока послушаем Руслана. Руслан. Я бы хотел сейчас спеть для вас песню, которая называется «Давай забудем». Автором этой песни является Олег Шумаров и Владимир Ильичев. Кстати, это авторы, знакомые, с которым также сотрудничает Ярослав. Для вас «Давай забудем о плохом». Я танцевать буду, да. То есть и поддержка такая, класс. Два слова на прощание, обычная игра. Звонок по обещанию, пропущенный вчера. Закат расписан красками и в профиль, и в анфас. Нас не узнать под масками, но нет роднее нас. Давай забудем о плохом. Давай вернем тепло в свой дом. Давай простим друг друга мы. Где только я и ты, где только я и ты. Давай забудем о плохом. Давай вернем тепло в свой дом. Давай простим друг друга мы. Где только я и ты, где только я и ты. Минута перемирия, навстречу первый шаг. Переступи за линию, хотя бы на словах. В ночном окне две вечности, и кажется сейчас, что счастье бесконечно. Спасибо большое за прекрасный бэк-вокал Ярослава Савишевского! Эй, все! Давай забудем о плохом. Давай вернем тепло в свой дом. Давай простим друг друга мы. Где только я и ты, где только я и ты. Давай забудем о плохом. Давай вернем тепло в свой дом. Давай простим друг друга мы. Где только я и ты, где только я и ты. Все, опа! Давайте забудем о плохом. Сегодня я рад быть здесь, в гостях у моего друга, коллеги, на квартирнике у Ярослава Сумишевского. Лучший голос страны, лучший голос мира. Это явление 21 века. И все поем со мной, все. Давай забудем о плохом. Давай вернем тепло в свой дом. Давай простим друг друга мы. Где только я и ты, где только я и ты. Ты, давай забудем о плохом. Давай вернем тепло в свой дом. Давай простим друг друга мы. Где только я и ты, где только я и ты. Давай забудем. Спасибо! Шикарное исполнение. Спасибо огромное, спасибо большое. Ярослав Сумишевский, квартирник, Олег Шумаров и вся группа, вся команда Ярослава. Руслан Олегно! Ярослав, после такого исполнения и после таких хочется слов... Хочется уйти из этой... Нет, ни в коем разе. После таких слов в твой адрес, мне кажется, должно быть какое-то алаверды. Нет, это искренне, знаешь, как бы искренне отношусь и всегда говорю это. То, что думаю. Ярослав, он это знает прекрасно. Да, вот у нас мы иногда переписываемся с тобой, поздравляем друг друга с праздниками. Я всегда это делаю искренне. Не просто потому, что, знаешь, я всегда восхищаюсь талантом и заслугами других своих коллег. У меня немного друзей, но есть тех, с кем можно и пообщаться, можно и поздравить, можно и порадоваться успеху.
Вот. Ты знаешь, я с тобой полностью согласен. И у нас совсем недавно была Катерина Голицына. И на вопрос о том, как бы, о ее отношении к друзьям, она сказала такую очень интересную фразу, и, кстати, многие зрители поддержали, о том, что друзья — это те люди, которые не находятся с тобой в беде, а которые могут разделить твой успех, самый большой успех. Поэтому, да, поэтому большое спасибо. Ну, хотелось бы все-таки еще раз вернуться к тому моменту, когда ты понял впервые, что ну вот как бы способности явно есть, что есть перспектива, есть талант. Может быть, кто-то ну, постоянно говорил об этом. Когда ты понял, что все-таки должен связать свою жизнь с выступлениями? Спасибо большое, Саша, за вопрос. Вообще все началось с того момента, когда отец мне подарил ударную установку. Тогда мы жили в общежитии, у нас было две комнаты. Во время, значит, вот этого периода в детстве я занимался в музыкальной школе по классу баян-труба. Брат по классу баян и фортепиано. Но в музыкальную школу я пошел только ради чего? Ради того, чтобы научиться играть на саксофоне. Представляешь, мечта эта до сих пор есть у меня, я ее не осуществил. А так как в музыкальной школе не было, я уже говорил об этом много, не было саксофона, соответственно, вот просто пошел на трубу там, и на баян. Да. И у нас такое, знаешь, было детство, утром средняя образовательная школа, в обед мы идем в музыкальную школу, приходим с музыкальной школы, делаем уроки, идем в общежитие, на кружок занимаемся, я играю на барабанах, Юра играет на клавишах, и идем дальше в соседнюю дверь, занимаемся в кружке карате, и потом поднимаемся на третий этаж дома и ложимся спать. Это реально. И каждую субботу и воскресенье мы уезжали к бабушке вот, работать. Да. И знаешь как, это все было-было, ну и было как бы и было. Но я не понимал, что я хочу связать свою жизнь именно с творчеством. Пришло осознание этого, когда я, знаешь, первый раз вышел на сцену, тогда я поступил в автотранспортный колледж, это мое первое образование, организация перевозок и управление движением на автотранспорте. И вот я вышел на сцену, знаешь, это удивительная вещь. Запел в микрофон с гитарой, да? И я никогда не слышал свой голос в микрофон, вот клянусь. И знаешь, это был какой-то золотой микрофон такой, золото прям горело такое. Знаешь, я подходил к этому микрофону, у меня даже не то, что там голос, а вот этот микрофон, думаю, знаешь, как красивый этот. И я начинаю петь песню, «Скоро уж осень», пою, и так где-то подсознание такое, боже мой, как же мой голос красиво звучит. Честно, да? Вот такое удивительно, такое... потому что у нас Ярослав наоборот, он говорит, не могу себя слышать, не могу. Нет, это другое. Это именно вот первое впечатление, думаю, как же красиво звучит. Потом уже начался там ресторан и так далее. И только где-то в лет 18, мне было лет 18, я, сидя в ресторане вечером после работы, а тогда, кстати, зарабатывал за вечер больше, чем мои родители за месяц вдвоем. Тогда у нас были в Белоруссии деньги, там, знаешь, зайчики, вот как их называли. 270 рублей за вечер. У родителей моя была зарплата там 300, по-моему, 30 что-то такое, или 350. И вот я сел, понимаешь, вечером и подумал, понимаешь, вот кажется, да, вот там пошел туда учиться, там это, не связать ли мне свою жизнь с этой профессией? А потом армия и все, знаешь, вот как-то... Но, вот как ты говоришь, Ярослав не может, я себя не могу не слышать, не видеть. Реально. Вообще, да. На экране не вот, да? Песни свои не слушаю, значит, многие удивляются. Ребят, песни свои не слушаю. Только вот как записал в студии, там посмотрели, послушали, да, что-то прислали, что-то исправили. Дальше неинтересно все. Просто неинтересно, знаешь. Нет никаких кумиров. И никогда их не было. Вот, знаешь, вот мне вот то, что я делаю, знаешь, мне все не нравится. Реально. Понимаешь? Вот серьезно. Не потому, что такой дурак или там дебил какой-то, понимаешь? А потому, что такой... Такое ощущение всегда, что ну, что-то как бы не то. А если это нравится зрителю, и слава богу, понимаешь? И это, дорогие друзья, одни из лучших голосов нашей страны, Беларуси. Я уж про себя молчу, когда я себя слышу. Да. Ребята хотя бы поют вот настолько уникально. Ну да ладно. Оказывается, не в том месте ты начинал работать в ресторанах. Нужно было в Белоруссию ехать, потому что я так понимаю, что у тебя таких заработков-то не было таких здесь. Таких не было, нет. У Ярослава другая история. Другая история, другая судьба. Она, еще раз повторюсь, уникальна и индивидуальна. Это, не знаешь, не скопировано откуда-то. Это все-таки придумано им самим. И в этом есть уникальность, понимаешь? И за это любит тебя народ, и ты являешься артистом. Знаешь, вот как, еще раз повторюсь, ребята, вот сейчас смотрите нас, все поклонники Ярослава. Многомиллионная аудитория.
Понимаешь, да? Не просто концертный зал Кремлевский дворец, 7 тысяч мест, а многомиллионная аудитория. И это прекрасно. Понимаешь, вот можно нравиться себе, можно не слушать свои песни, но если это востребовано людьми, и люди приходят, знаешь, для меня был индикатор всегда и есть. Если на твои концерты люди покупают билеты, реально покупают билеты, вот этот показатель. Можно много говорить, можно быть в эфирах, можно быть там на радио, можно, я не знаю, заполнить все пространство. И не иметь ни концертов, ни одного зрителя искренне, который придет и купит деньги, за деньги билет. Вот показатель. Понимаешь? Ну, вот и все. Мы совершенно согласны с этим, да, Ярослав? Конечно, да. Согласен. Я к этому и шел всю жизнь. Честно говоря, когда первые какие-то просмотры появились, но я тоже об этом часто говорю, уже люди узнают на улице, думают, почему нет концертов, что делать? Потом как пошло. Я думаю, вот как здорово. Ну, и уже скучаю. Я думаю, что мы об этом еще обязательно поговорим. Uh-huh. А настало время, собственно, песни. Поэтому сейчас нужно определиться. У нас же музыкальный проект. Ну да. Поэтому давайте. У нас музыкальный проект? Да. Мы сейчас, у нас сегодня поют. Забыли предупредить просто, да, прости. Я уже думал, пойти сейчас там. Итак, что у нас будет дальше? Какая следующая композиция? Поем сольно, дуэтом. С тобой? Дуэтом? Ну давай. Я бы хотел вот для всех... вас и для всех. Есть одна очень неизвестная песня, да? Поклонников сейчас сделать премьеру песни. И эту именно премьеру песни я хотел бы сделать в дуэте с Ярославом. А почему с Ярославом? Потому что каждая из наших дорогих и любимых девушек, женщин, которые сейчас нас слушают, поймет. Для всех самых милых, самых прекрасных и самых... необыкновенных. Мы дарим эту песню. Необыкновенная. Поехали. Одним словом. Это впервые будет исполнение с Ярославом этой песни. Впервые. Я ее пел много раз, кстати, сегодня. Это понятно, я все твои песни пою на концерте. Хорошо. Звезды перед тобою тускнеют. Нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня не дороже, лишь тобою душу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежный. Любовь твоя необыкновенная, милая, бесценная. Ты целая вселенная, необыкновенная моя. Я тебя целую и тону в глубине твоих глаз. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни, все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту приколочен, ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная, необыкновенная моя. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная,
любовь твоя необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная, необыкновенная моя. Необыкновенная. Браво! Браво нам, ай да мы. Необыкновенное исполнение, класс, друзья, необыкновенные песни и, собственно, сам дуэт необыкновенный. Я пока поднимался наверх к нашему господину ведущему и к нашим ассистентам, обратил внимание на то, что все люди пишут. Ну, наконец-то. Наконец-то звук совпадает с видео. Телевизор можно убирать теперь на дальнюю полку и смотреть только «Квартирник онлайн». Дорогие друзья, я предлагаю, ну, во-первых, в первую очередь сейчас обратить внимание на те комментарии, которые пишут. Большим удовольствием. Да, и знаешь, как вот, может быть, догадаешься, какой самый первый вопрос был относительно тебя? Сложно, да, наверное, так сразу? Вообще нереально. Ну, в общем, как бы первый вопрос... Сюда приехал? Нет, звучал «Женат ли Руслан?». Вот это вот, вот наибольшее количество комментариев. Ну, я не мог не спросить. Знаешь, вот я, знаешь, всегда, в принципе, не удивляюсь, да? Вот, вот если мы берем там, ну, просто концерт. Давайте пообщаемся о творчестве, о планах, о каких-то идеях, о проектах. Никому ничего не интересно. Три вопроса. Женат или нет? Так, сейчас я буду если говорить, есть был такой женат, еще но разведен, и есть ли дети? А, такой вопрос тоже есть. Ну, два понимаешь, попало. Ничего другого не волнует. Угу. Ну, и это, наверное, нормально. В принципе, знаешь, вот есть много информации о том, женат ли я. Даже вот судя по тому, что вот сейчас... Ну, кольцо же есть, что тут? Да, вот, все, понимаешь, все понятно, бы, женат уже, человек. Понимаешь, я забыл снять, если сейчас кто-то подумает. Я, собственно говоря, уже не скрываю, да, поэтому... Я не знаю, кого-то я расстрою, наверное, да, сейчас, наверное, подписчиков будет гораздо меньше и комментариев, да. Но, знаете, как, так было всегда, что личная жизнь интересна больше. Творчество как бы это составляющая, наполняющая, да. Знаешь, можно знать, на чем человек ездит, где живет, там, с кем он спит и так далее. Но не знать ни одной песни, понимаешь, да. Поэтому в этом плане, как есть, хотите знать, друзья мои, ну женат я, ну женат, ну что, понимаешь? Вот, я наконец, этим горжусь, наконец, да? Прозвучал ответ, и прозвучал он именно у нас. Спасибо, Руслан, за то, что ты у нас очень откровенный. Я ты еще нигде не говорил об этом? Нет, я говорил об этом, но в первый раз здесь я говорю, понимаешь, да? Вот первый раз. Давайте перейдем... В онлайне, чтобы это было в прямом эфире. Да-да-да. Женат. Сейчас. Перейдем к вопросам, которые такие, более глубокие и смысловые. Вот Ольга Буркова. Ольга. Спрашивает, какой самый сложный и любимый образ для Руслана в шоу «Один в один»? Пока ты не ответил, прости. Да. Ты замечал, вот, насколько все-таки уникальное сходство у Руслана с Мироновым? Да. Да, глаза очень похожи. Очень. Да, мне я кажется? Тоже сегодня еще раз обратил внимание. Я этого не обращал внимания, когда вот посмотрел это выступление, подумал, блин, как похоже-то, а? На самом деле. Видимо, не первый раз говорят, раз ты так... Не первый раз говорят. Ты знаешь, мне когда-то говорил об этом... музыкальный продюсер, у меня был когда-то музыкальный продюсер, композитор, который написал, кстати, песню «Необыкновенно», Ким Брейдбрук. И он мне говорил, знаешь, ты похож на Миронова. Ну, как-то, в чем, знаешь, сходство? А потом, когда вот был проект «Один в один», да, и когда мне попался этот образ, и знаешь, когда я подошел к зеркалу и посмотрел на себя в зеркало, ну, обычно же как, смотришь, похож, не похож, там, я, не я, всегда себя видишь, реально. Да, точно там. Слушай, здесь подошел к зеркалу, я в чем-то даже, понимаешь, испугался, вот реально, потому что себя там я не увидел. И вот, знаешь, я тогда и вспомнил, что вот о тех словах, которые говорил Ким, что ты похож на Миронова. Что-то, наверное, есть, да, вот такое. Хорошо, что не похож на какого-то там... Я уже не буду признавать. Ну, нет, это очень хорошее сходство, да, на самом да, деле. Да, конечно. Да, да. Поэтому, хорошо, вот Женя, не знаю, это один Женя, человек. Женя, это Женя? Женя и Женя, либо Женя, чтобы я заметил этот вопрос, спрашивает, кто пришел с Русланом сегодня в гости? А вы знаете, я приехал сюда один, дабы избежать ситуации, которая называется самоизоляция. Вот я сегодня самоизолировался к Ярославу на квартирник. Никого больше сюда я не звал с собой. И принципиальный момент. Ни там администраторов, никого. Нечего тут никому делать, понимаете. Нужно все соблюдать, так сказать, строго. Вот закончится,
Мы увидимся где-нибудь. Пойдем погуляем. Тут вот поле, 25 гектар земли, это все Ярослава. Поэтому там будет место прогуляться. Ну, 26, вот. Если быть точным. Ну, я просто, да, не посчитал. Ну, да, не, да. Поэтому я приехал один, исключительно один. И все картошкой. Это я пойду сейчас после эфира. Там накопать надо еще. Ярослав, я это сделаю. Хорошо. Справедливости ради, Руслан принес с собой огромные пакеты фруктов, клубники, бананов, винограда. Да, пока Руслан будет петь, я пойду. Искренне для Наташи, честно тебе скажу. Реально, да. А я так уже надеялся попробовать. Ну, надеюсь, что... Ну, собственно говоря, в вашем распоряжении. Хорошо. В гости с пустыми руками не приходишь. Хорошо. Картошки пока нет, поэтому фрукты. Пойдем кушать сейчас. Татьяна спрашивает, есть ли у вас девиз по жизни, Руслан? У вас много цитат, на самом деле. Я даже вот к такой серьезной теме на «вы» стал обращаться. Саш, большое спасибо, что, так сказать, как-то подготовился, цитат какие-то там нашел где-то в интернете. Знаешь, я считаю, что нужно быть человеком. Никаких девизов не должно быть. Просто будь человеком. Несмотря ни на что. Потому что сегодня, понимаешь, к сожалению большому, мы живем в таком мире, когда нам всем не хватает смирения. Понимаешь, мы гонимся за чем-то другим. А вот эти ценности, которые, наверное, заложены нашими родителями, да, семьями, вот это самое главное сохранить, не поддаться влиянию внешних факторов, не поддаться влиянию окружений, потому что мы из тех, кто нас окружают. И вот это важно, понимаешь, не важно, какая у тебя какое социальное положение, статус. Оставаться человеком. Нужно не забывать об этом. Что мы все люди. Понимаете, да? То есть, и у времени есть вот такое, знаете, как вращение, да? То есть цикличность приходит на круги своя. Да. Да, вот как бы в моде это прослеживается, в каких-то других факторах. Отношение к людям. Знаешь, у меня был такой период в жизни, когда я задумался о том, что, боже мой, я с некоторыми людьми потерял не просто связь, а даже к чем-то их обидел. То есть с теми людьми, которые мне так или иначе помогли в моей жизни. И даже не в творческой профессии. И, понимаешь, у меня был период, когда я вернулся к этому вот состоянию, нашел контакты по собственной инициативе, встретился, поговорил, знаешь, как будто расставил все на какие-то такие места. И мне стало легче с этим жить. Реально. Вот. Я за это. Будьте людьми. Замечательно. Друзья слова. Мои, что случилось? Все хорошо. Все отлично, все замечательно. У них тут свое кино, они что-то смеются, я со мной. Что произошло? Обратите, пожалуйста, внимание на меня. Ребята меня не слушают, а вам сейчас будет очень интересно. Не знаю, так совпало ли, но вот совершенно недавно Ярослав очно познакомился с Викой Цыгановой, совершенно замечательной, чудесной. И Вика много говорила, точнее, они вместе разговаривали о том, что Ярославу стоило бы себя попробовать, может быть, в каких-то новых начинаниях. Вот, и он не знает об этом, что я сейчас вот... Я понял, к чему ты клонишь. Да, я совершу некую такую интригу заверну и расскажу о том, что целый день сегодня Ярослав ходил и что-то такое вот напевал, и я понял, что это вот что-то такое из классики, из итальянского. Это же квартирник, это же экспромт, это же та история тогда, когда нужно пробовать. Я уже переживаю, ты пока говори, я попереживаю. А я тебе еще раз хочу напомнить, что это прямой эфир для того, чтобы ты меньше переживал. И, дорогие друзья, сейчас специальным подарком для вас будет исполнение песни Ярослава Сумишевского, которую ранее он... Это не моя песня, это итальянская классика. Да, публично не исполнял. Не против? Да. Погнали. Ой. Ну давайте. О, Мария, правильно. Ах, ты окно откройся, да, не смею, я так пред ней робею, жажду ее любви. Я свой покой утратил, и глаз я не смыкаю, только не мечтаю и жду свидания с ней. О, Мари, ты навек унесла мой покой. Дай хоть на миг мне забыться в объятиях с тобой. О, Мари, о, Мари,
на конце, словно сверкнуло солнце в ясных лучах зари. Звонче звенит гитара, лейся, о, серенада, в сердце моем отрада, снова со мной, Мари. О, Мари, о, Мари, ты навек унесла мой покой. Дай хоть на миг не забыться в объятиях с тобой. О, Мари, о, Мари, Ярослав. Ой, я волновался, как никогда, у меня даже голос дрожит сейчас. И в этой студии, и, по-моему, там далеко за окном тоже люди аплодируют. Не знаю, 15, почему, но мне кажется... Ты заметил, жалюзи даже выгнулись, смотри. Да-да-да. Вообще здорово, прекрасное исполнение, Ярослав. Ярослав, браво. Все-таки итальянская классика, знаешь, это основа вообще, в принципе, любого вокального искусства. А когда знаете, это получается в таком формате, спасибо. Прекрасно. А вы знаете, самым лучшим комментарием и к вашей встрече, и к исполнению сейчас Ярослава, и к исполнению песен Русланом будет следующий комментарий. Одна наша зрительница пишет: «Удивительные, талантливые, искренние ребята. Такое счастье знать вас близко, радоваться вашим успехам. Шарыночки и вашим половинкам привет. Всегда помню, люблю, обнимаю. Ваша Лариса Федоровна Тараненко». Лариса Федоровна, дорогая, мы рады вас видеть, слышать через экраны. Лариса Федоровна, привет огромный. Вам большой привет. Мы сказали о вас вначале и гордимся тем, что именно вы нас познакомили с Ярославом. Кстати, спасибо вам и от Шарены тоже и привет. Она вместе с нами училась. Ну, Шареночка, у тебя педагог другой моя. Был, но на одном курсе вместе со мной вот. Она училась. Видишь? Да. Кто еще здесь, пожалуйста, из института? Кто еще? Кто учился? Саша не учился на вокалиста, нет? Мы с Ларисой Федоровной общались по другим вопросам. Да. Она сказала, не пой, Саш. Вот, значит, я однажды услышал твое интервью, где ты говоришь о том, что, знаете, дорогие друзья, перестаньте лукавить, в конце концов. Можно бесконечно долго говорить про то, что кому-то там важно участие, совершенно не важна победа, а ты говоришь, нет, вы знаете, а победа важна. Ну, как бы, коль скоро я иду куда-то участвовать и где-то соревноваться, значит, я иду туда за победой. И не раз ты доказывал, что, собственно говоря, и побеждал. К чему я это говорю? К тому, что, наверняка, очень амбициозный человек, где-то даже, может быть, азартный человек, мог бы так сказать. И сейчас я вам предлагаю небольшую игру, небольшую викторину. О, она игры я люблю, обычно нам, я проигрываю. Или ты со мной на вы еще, я просто не понял. Нет, я предлагаю тебе вам, нам двоим. Хорошо, хорошо. Да, 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 да. Все очень просто. Ну, просто для того, чтобы немножечко расслабиться, может быть, где-то немножечко поюморить, потому что Ярослав играет в такие игры, очень интересно. Как орешки, да? Нет, наоборот. Не будем раскрывать. Какие же ты игры играешь, Ярослав? У меня вся команда за меня, видишь? Я понял, да. Руслан? Да, я сегодня буду, хорошо. Если Ярослав, он не услышал. Значит, игра заключается в следующем. Нужно понять, правда это или ложь. Я задаю вопрос, каждый из вас должен сказать свою позицию относительно моего вопроса. Давай. Это вопросы нейтральные, не касаемые нас. Вообще нейтральные, да? Вообще нейтральные, и ты сейчас это поймешь, потому что первый вопрос звучит следующим образом. Единственный в мире продукт, так утверждаю я, который никогда не портится, это мед. Ну, я согласен. Кто отвечает? Ярослав или я? И Ярослав, и ты. Ну, смотря с какой точки зрения. Мед, он имеет свойство портиться. Поэтому... Мне кажется, что он не портится. Он может засахариться, еще что-то. Мне кажется, его можно есть всегда. Мне кажется, он есть у него свойство портиться. Ну, если смотреть
точки зрения? Абсолютно. С точки зрения вот химических процессов, которые разрушают состав того или иного первоначального продукта, то мед действительно никогда не портится. Ю-ху-ху, мне никто не подсказывал. А это у нас платная игра, да? Какие-то призы за это? Что у нас? Непременно, да. Обязательно мы придумаем призы в виде каких-то неожиданных песен, кто проиграет. Интересно. Кто проиграет, тот поет. Своих или других каких-то? Не знаю, посмотрим. Друзья, сосредоточьтесь. Я утверждаю, что Солнце — это большая раскаленная звезда. Ну, правильно, да. Это звезда. Конечно. По имени Солнце. Совершенно верно. По имени Солнце. Ну-ка, ну-ка, подожди. Сыграем? Споем? Пока я готовлюсь к следующему вопросу, я его пропустил. И белый снег, серый лёд на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет. Сейчас будет ответ. Прожитый под светом звезды по имени Солнце. Вот он. А, интересно, у нас будет музыкальный ответ. Очень интересно, какую песню вы споете на мой следующий вопрос, коль скоро вы задали такой тренд, надо соответствовать. А мой следующий вопрос, Ярослав, звучит следующим образом. А можем еще раз? А мы еще раз поем, да? По имени Солнце. Ваня умеет на самом деле играть. Ладно, хорошо. Хорошо. Утенок будет считать мамой того, кого первого увидит после рождения? Утенок, конечно. Так и будет считать. А, утенок родился такой, утенок, если да. Первый я, то я мама. Да, утенок. Да. Ярослав, мне кажется, ответ. Что кто-то может видеть. Ну, пускай будет да. Там. Пускай будет да. Кто бы к нему не подошел. Да, это правда. Это действительно правда. Что он в каком, понимаешь, находится... Это не фокусировка там папа, мама. Там свинью положи, понимаешь, или собаку, он за ней пойдет. На вершине горы будет теплее, потому что... Подожди, давай, давай, Сань, давай. Ну, выпьем за правильный ответ. Так вы определитесь, вы песни поете, вы пьете за правильный ответ. А у нас все, понимаешь, это же онлайн-квартирник. Здесь, понимаешь, никаких... Раскачались мы, дорогие друзья. Ничего у нас нет, ни монтажа там, ничего. Хорошо. Я бы хоть почитал какую-то литературу, если знал, что тут у нас такой будет, понимаешь, интеллектуальная встреча. Давайте следующий вопрос. На вершине горы будет теплее, потому что вы будете находиться ближе к солнцу. Нет. Еще раз, стоп. Находясь на вершине горы... Так. Вам будет теплее, потому что чем ближе вы находитесь к солнцу, тем, собственно, температура выше. Наверное, да. Это откровенная ложь. Да, это совершенно неправда. Ну, давайте еще пару вопросов. Я просто никогда не лазил. Никогда на лыжах не ездил? Нет. Я, кстати, никогда. Гора же, знаешь, снег лежит, там холоднее. Понятно, да. Ну, потому что, смотри, какие горы. Есть горы, где снег, а есть горы... Где как в Белоруссии, там, знаешь, там тепло, да? Ты поднимаешься на сопку. А ты катаешься, да? Ну катаешься? Да. Есть молодец. Такое дело в Сочи. Мои тоже некоторые члены семьи катаются, и меня хотят поставить. Очень надо, на очень надо. А я что-то не... На следующий год поехали. А мы готовы пока не... Почему? Простимулировать эту историю. Да? Или замотивировать. Хорошо, ребят. Да? Я вступаю в ваши ряды. Но только обязательно лыжи. Отлично. Лыжи, да. Не сноуборд, не всякое. Свои, да? Санки, не... Ну... Свои лыжи, да? Ну, найдем. Хорошо, лыжи найдем. Два вопроса, дорогие друзья, потому что потом, кто выиграет, тот, собственно говоря, будет верховодить с точки зрения выбора следующей песни. Два вопроса, очень важно сейчас. Сердце синего кита такое большое, что по его сосудам может свободно плавать взрослый человек. Конечно. Я согласен. Ну, я не знаю, какое у него там сердце, но я знаю, что горло очень маленькое, может быть, тогда и сердце маленькое, может быть, и нет. Речь идет про сосуды, и действительно, Руслан был прав сейчас, да, по сосудам может совершенно свободно, ну, если теоретически представить, то мог бы передвигаться взрослый человек. Ну, не купаться, конечно. В акваланге, да. Ну, почему? Ты же не стоя плаваешь как-то, ты же... Да. Хорошо, крайний вопрос. В Сахаре, друзья, никогда-никогдашеньки не было снега. По-моему, был снег. Был. Господин ведущий, вас слышно. Нет, я не уверен. Я не то чтобы уверен, я утверждаю. Ты знаешь, я... Там дождей вообще не было никогда. Какой снег, да? В Сахаре. Вообще, если взять всю историю, да?
Не, если всю, знаешь, всю, я говорю, историю... возможно был, но утверждать не буду. Не, нужно сказать утвердительно. Смотри, если не взять был. Всю... Хорошо, возможно, был. Давай всю, так. Всю историю планеты Давай, Земля, если взять, то у нас пусть был там как-то ледниковый период, значит, везде был снег. А если взять вот... Скажи какой-нибудь период. Давайте возьмем современную историю. Да. Современную Хорошо, историю. Был. 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 Был, друзья. И даже фотографии, если вы захотите, вы можете найти в интернете, да, когда в Сахаре лежит... Сейчас посмотрим, В Сахаре лежит снег. Ну что ж, я не знаю, я не считал, кто победил, а знаете... Ярослав. На права хозяина всегда. Тогда мы должны прочитать следующий комментарий. На белорусском языке вы ничего не готовили сегодня? Очень просит исполнить какую-то песню на белорусском языке. Руслан, я думаю, что он исполнит. На белорусском языке? Да, большим удовольствием. Так сказать, позволение победителя я бы хотел сейчас для всех наших гостей исполнить песню на белорусском языке, которая называется «Мой родный кут». Отлично. Для вас. Почему вы уходите всегда? Я боюсь один я оставаться. Я пойду серьезно, да? Мне страшно становится. Вы уходите от меня? Чувствую какой-то подвох. Знаешь, какие-то вопросы. Сейчас люди ушли, сейчас что-то приготовят мне. Ладно. Кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житьем весны мое у Бога, к тебе я у думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вот як теперь передо мною куточек той пригожа, крынички вузенькая ложа и елка у пары с хвоиною, обнявшись тесно над водою, як молодый он час кохання в опошній вечір расставання. Люблю тебе, мой берег родный, тельется немом среброводный, дубы, где дружной чародою стоят, як вежи над водою. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Тебе
не маю силы забыть тебе, не маю силы. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Забыть тебе не маю силы. Настоящий подарок сейчас прозвучал всем нашим зрителям в исполнении Руслана Алехно. Какой же чудесный белорусский язык. А вот в твоей интерпретации, в твоем исполнении он еще более красивый. Русланчик, родненький, скучаешь по родине своей. Великий дякую, поважанные сябры. Я очень скучаю по родине, реально. Сейчас особенно, потому что не могу выехать даже к родителям в гости навестить их. Всей Белоруссии поклон, низкий поклон всей моей родине. Спасибо. Спасибо огромное. Руслан, хотел тебе рассказать о том, что вообще вся семья Сумишевских, она очень талантливая. Папа у Ярослава поет очень хорошо. Кстати, вчера вечером, он, наверное, не знаю, смотрит нас или нет, но вот мы вчера слушали его исполнение уже глубокой ночью, когда он, будучи молодым... А знаете, какую песню? Что наша жизнь... Это, да? Икра! Круто. А пригласи папу на квартирник. Да, с удовольствием, но ему уже за 60, поэтому сейчас, пока он на жестком как-то самоизоляции. Нельзя. Проще тебе. Нельзя выезжать никуда. Поэтому, когда закончится этот самоизоляция, он обязательно приедет, и мы сделаем квартирник с папой. Александр Викторович, готовьтесь. Да, папа, мы обязательно вас готовь пригласим. Готовь песни, ты уже долго не пел, поэтому репетируй, пока есть такая возможность на даче. Я знаю, что аппаратура есть. Готовь программу, 7 песен, может быть, 8. Или 9. Ну, кстати, хорошо. Молодец, молодец. Я по поводу семьи. Значит, я был удивлен, что вот сегодня, когда начался прямой эфир, и вот перед тем, как первый куплет встает брат, я думаю, он начинает петь. И начинает петь ты. У Ярослава еще потрясающий талантливый брат. Родной брат. Потрясающий талантливый. Спасибо большое, спасибо. Фантастическим тембром голоса. И, кстати, я считаю, что ты вундеркинд на игре... Вот, на балалайке. Если, да. Руслан, ты попросишь, он тебе не откажет. Он сыграет. Конечно, я попрошу, да. Сыграешь, Валера, на балалайке? Давай с удовольствием исполним для наших зрителей. Давай. А пока Валера будет... Давай я уступлю место тогда. Да, и у тебя будет... А пойду на... И у тебя будет возможность почитать комментарии с удовольствием. И посмотреть, куда же мы ходим наверх. Валерий Сумишевский, дорогие друзья, в сопровождении... Без сопровождения. Пока Валерий готовится, не могу не ответить на многочисленные вопросы, которые были в комментариях о дочке Ярослава и Наташе. Сашечке заявляю, все прошло хорошо. На выходные она сейчас находится дома, возможно, тоже нас смотрит. Большое спасибо, что вы беспокоитесь. И вы знаете, не могу не рассказать еще одну историю. Она совершенно уникальная для нас. Многие писали о том, что дайте реквизиты карты, куда можно там перечислить деньги для того, чтобы поддержать ваш проект, зная о том, что здесь есть определенные расходы. Мы этого принципиально не делали, но вот вчера совершенно неожиданно для нас Ярославу поступили денежные средства. Мы точно знаем, от кого они, что там было достаточно много людей, которые скооперировались и вот сделали такой перевод. С одной стороны, нам где-то даже неудобно, но это настолько трогательно, настолько приятно. Низкий вам поклон, большое спасибо за вашу поддержку. За вашу поддержку. А сейчас Валерий Сумишевский. Ну, я сейчас хочу сыграть для вас
русскую народную песню «Заиграй, моя волынка» в обработке Проиновского. Переложил Минаев. Браво, Валерий! Валера. Валер, я не могу тебя отпустить. Ну, ты исполнил совершенно замечательную композицию. Помнится мне несколько квартирников назад, если так можно говорить. Я задал тебе вопрос, на который ты не ответил. И ты пообещал то, что ты расскажешь обязательно в следующий раз. Наших зрителей по-прежнему волнует вся эта история. Расскажи немножечко о своей семье. Опять тот же вопрос. Не, ну а что я могу рассказать? Думаю, все знают. Тот, кто хотел узнать, тот уже узнал. Ну, семья моя — это отец, брат. У меня есть родственники. А, жена. Вспомнил. Жена. Жена, дети. Точно. Родственники на Сахалине, которых я очень сильно люблю и дорожу ими. Ну а что? Все как у всех. Ну, хорошо подготовился. Пока Валера у нас играл виртуозно, я почитал комментарии, и свои, твои. Просто люди восхищаются. Валер, восхищаются твоим талантом. Просто потрясающе. Валера, продолжай. И я считаю, что это нужно всегда делать. Всегда, понимаешь? Всегда нужно это делать. И большое вам спасибо за комментарии, которые вы писали. Огромное. И пишите. Большое спасибо всем. Хорошо. Да, я не могу не затронуть сегодня тему бесконечного множества проектов, в которых Руслан принял участие. В первую очередь хотелось бы понять, как ты на них попадал. То есть, ну, приоткрой секрет. Вот Ярослав поучаствовал в «Трех аккордах», больше пока никуда не приглашают. Не знаю, пошел ли он бы на них, но приглашений пока не было. Вот, а у тебя и Евровидение, дорогие друзья. И, вопрос надо задать, кстати, тот самый. Мы обязательно спросим, да, спросим. Ну, Саша, вот... спасибо большое за вопрос. Пока не тот самый, который Ярослав тут озвучил. Ты знаешь как? Все очень просто. Что касаемо конкурса, например, «Народный артист». Обычно заявка через интернет. Несколько туров в Беларуси, потом несколько туров в Москве и дальше сам финал этого конкурса. Что касаемо Евровидения. Целенаправленно. Заявка. Также, да, без каких-то там
участие, отборочный тур, финал, голосует зритель. Один в один. Пригласили, но пригласили на кастинг. Я прошел 4, кстати, 4 кастинга, 4 раза был на кастинге. Притом самое интересное, приходишь и говоришь, слушай, а давай-ка ты вот сейчас этот, в этот раз Билана попробуй сделать. Хорошо там. А можно Кадышеву? Ну, они же как-то не то, что там включают, и ты повторяешь там буквально. А текст хоть дают, нет? Нет, просто включают песню, ага. И ты повторяешь тут же, понимаешь? Стоп, ага. И начинаешь повторять, да, пока ты все в памяти. И потом я был 4 раза. Один раз, второй, третий, четвертый. И потом, знаешь, мне, я еду по третьему транспортному кольцу, и это был вечер, и мне звонок раздается, я отвечаю на телефон, значит. И мне говорят, мы вас хотим поздравить. Я такой, знаешь, ну, какие-то мошенники очередные там, хотим поздравить, вы выиграли там что-то. Там. В лотерею. Да, вот, и придите, получите. Мы хотим вас поздравить. И дальше говорят, не с тем, что я прошел там в этот проект, с первым образом Фаррелла Уильямса. А я вообще не понимаю, в чем дело. Что, о чем, кто, какой образ? И кто вы? Я даже собственно не знал такого артиста, вам скажу честно и откровенно. С тем, что вы попали в проект один в один, и первый ваш образ, а потом Фаррелл Уильямс. Понимаешь, и поэтому, знаешь, тут... Я думал, ты про Евровидение рассказываешь сейчас. Нет, я... Нет, про Евровидение я уже рассказал. Я опять про это. Вот, понимаешь, как? И поэтому, собственно говоря, дальше. Вот я в прошлом году был в «Голосе», да? Это для меня больная тема, если честно. Нет, почему больная? Я объясню, почему. Позволишь, нет? 10 секунд. По поводу моего участия или, в принципе, больная тема? Я вот, нет, по поводу твоего участия. Ну, давай, да, хорошо. Я даже потом к Ярославу, мы живем рядом, я к нему пришел, я говорю, Ярослав, ну как так? Ну почему? Ну вот, признаюсь честно, вот что хотел спросить. Не считаешь ли, что... Это был вопрос, да? Это этот был вопрос? Нет, это еще другой вопрос. Другой, интерес. Не считаешь ли ты, что выбор песни все-таки был, может быть, там не самым удачным? Ну, мы знаем твой талант, мы знаем, как ты исполняешь. Я вот посмотрел, мне понравилось, мне очень понравилось, но было такое ощущение, что на фоне песен, которые исполняли другие артисты, которые были там известны всем, возможно, вот именно это и повлияло на то, что, ну, как бы жюри не повернулось. Там не совсем ты сам выбираешь песню. Потому что я изначально хотел петь на итальянском языке песню. Да. То есть это то, что дала редакция. Да, это, значит, то, что было пожелание спеть на русском языке, потому что, собственно говоря, было много на иностранном. Но, знаешь, это не главное. Главное то, что, знаешь, чтобы вы понимали чуть предыстория. 3 года, вот последние 3 года меня туда звали. 3 года, да? По причине определенной с каналом связано. Потому что все мои конкурсы, все мои вот победы были на канале «Россия». И вот так сложилось, что вот какая-то ассоциация, канал «Россия» и так далее, вот это до сих пор есть. Это до сих пор есть у других телеканалов. Понимаешь, поэтому 3 года подряд вот были вот эти вот дела. Там. Нет, да. Я же был на кастинге, чтобы вы понимали, не первый раз. Понимаешь, не потому что меня там позвали, а потому что так нужно было сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию. Именно с телеканалом. Я был в «Голосе» на кастинге, может быть, кто-то не знает, 2 года назад. И тогда присутствовали на кастинге голландцы, тогда я как раз-таки пел итальянскую песню. И тогда я прошел в основной состав. Но после так сложилось, что даже есть статья в «Комсомольской правде», так сложилось, что меня просто не пригласили почему-то. Реально. Потом, понимаешь, еще вот эту всю тему я забыл, ну, Господи, и слава Богу, понимаешь, да и тут раз опять, Господи, ну как... И мне пришлось переступить через себя, потому что искренне, откровенно скажу, вы же понимаете, да, в чем-то есть амбициозность, да, ну зачем конкурс, зачем, по сути, туда дорога для молодых и правильно, потому что туда должны идти люди, которые действительно обладают какими-то, ну то есть начинающими такими артистами, вокальными данными. Но проблема ведь в другом. Для телеканала это шоу, и не более. А для победителя это, наверное, возможность работать каким-то образом на эстраде. Понимаете? Если мы вспомним победителей «Голоса», их было немного. Да, они талантливые, яркие. Но самое ведь главное, что... Вот возьмите Наргиз, она не победила, да? Но у нее свой репертуар. А лицо артиста — это его репертуар. И если артист ассоциируется хотя бы с одной песней, это уже прекрасно. Хотя бы с одной. Вот это просто прекрасно. Значит, ничего больше не нужно. А если артист не ассоциируется с одной песней, то это вот не очень хорошо. Поэтому, ты знаешь, я был, да, и я искренне... Очень много было... Сейчас не хочу рассказывать в эфире там, вот ни в коем случае. Много было таких нюансов, что
поверь мне, все шло к тому, что я знал, что так и будет. Вот, вот так вот реально понимал, да? Но я не жалею о том, что я был там, потому что мне, как я тебе сказал, 58 лет, и пока мне не исполнилось 60, и я не пошел на голову 60+. Поэтому я вот сделал такой шаг. А сложно артисту понять, с какой песней он ассоциируется? Вот ты с какой? Ты понимаешь? Со многими. Я, это не мое мнение, это мнение зрителя. Они, кто-то ассоциирует меня с песней «Любимая», кто-то ассоциирует меня с песней «Необыкновенная», кто-то ассоциирует меня с песней «Я подарю тебе любовь». Я подарю... Да, да, сейчас спросите, пожалуйста. Оп! «Я подарю тебе любовь», да? У каждого, понимаешь, у каждого зрителя своя ассоциация. И это прекрасно. Я, честно говоря, вообще не представляю, с какой песней. И будет. Слава Богу. Да? Ты лучше спроси у своих поклонников и зрителей, какой песней они с тебя ассоциируют с твоей песней. И это все, это победа. Вот, знаешь, подумай там о каком артисте. Вот ты пел итальянскую оперу, у тебя там есть «Повороте», да, сразу песня там. Там, не знаю, Николай Носков, сразу же в голове песня. Серов, там сразу песня, знаешь. Mm-hmm. То же самое Ярослав Сумишевский. Какая не, песня? Ну, это тяжело. Он много песен спел. Ступени вверх, ступени вниз, понимаешь, самая такая. Ты знаешь, Руслан... Подожди, Саш, еще один, смотри. Да. Что это значит? Да все хорошо, радуйтесь. 60 рублей перечислили, да? Радуйтесь, ну, ребята. Что это значит? С этим разберемся. Нет, там еще ноль, ты посмотри. В комментариях. Ноль, посмотри. Я не знаю, что это значит, честно говоря. Позвольте запарковать мне все-таки очень важную тему, которую поднял Руслан. Давай. Пока Ярослав показывает о том, что кто-то перевел 60 рублей, за что огромное спасибо, я бы хотел сказать следующее. Мы, конечно, не телепроект «Голос». Мы всего лишь... квартирник онлайн у Ярослава Сумишевского, но мы с полной ответственностью заявляем, что ты для нас являешься большим другом и одним из самых талантливых артистов. Да? Да. Согласны, конечно, со мной? Да. А теперь... Спасибо вам, ребят, спасибо огромное. Да. Камера Наташа сейчас упадет. Наташа, спасибо тебе, дорогая. Наташа хлопала громче всех. Наташа хлопала, да, и камера там вверх. А теперь самый ожидаемый вопрос от Ярослава про Евровидение. Боже мой, вот я думаю, что же там приготовили? Да, я просто квартирник забыл, онлайн или Евровидение? А, вот так вот. Квартирник онлайн, реально, ребята. Ура! У нас прям... Реально. Если ты обратил внимание... Если ты обратил внимание, прямо на заставке написано, где я. Да. Квартирник, да? Или Евровидение. Евровидение, да. Квартирник. Кстати, сегодня должен был состояться финал Евровидения. Вы знаете, да? Кстати, сегодня. Да. Кстати, сегодня? Да. Да, сегодня. Поэтому не или, а квартирник. Ура! Квартирник онлайн на Евровидении. Ура! А я предлагаю закрепить этот успех песней и рассказать, что сейчас прозвучит. Так, можно я спою для всех слушателей, зрителей песню из моего репертуара «Любимая». Автор музыки и автор текста Денис Майданов. Для вас. О, класс. Давайте послушаем, интересно. Опять 60 рублей перевели, смотри. Песня написана... Там, может быть, ноль забывает, подожди. Песня написана в 2012 году. И опять Ярослав ушел. Понял, да. А может быть, мега гонорар перечислили вот этот? Может, для меня он 60 рублей? Я не знаю, я просто верю, что отмерены нам столетия, что за жизни закрытой дверью есть вторая еще и третья. Я не помню, я просто знаю, что с тобой был, с тобою буду, в каждой жизни опять встречая бесконечность любви и чуда. Тысячи дней с тобой, тысячи нежных фраз, это придумал Бог за много лет до нас. Вечно с тобой дышать, верить и знать, моя, верить и повторять, любимая, любимая. Среди тысячи разных судеб я твою угадаю взглядом. У вас у всех хорошо все будет. Я не ангел,
Я просто на квартирнике у Ярослава. Я не ветер, я тот, кто любит. Ты души моей, небо в звездах. Счастье новую жизнь рисует. Где ты мне солнце, а я твой воздух. Тысячи дней с тобой, тысячи нежных фраз. Это придумал Бог за много лет до нас. Вечно с тобой дышать, верить и знать, моя. Видеть и повторять, любимая, любимая. Спасибо вам. Тысячи дней с тобой, тысячи нежных фраз. Это придумал Бог за много лет до нас. Вечно с тобой дышать, верить и знать, моя. Видеть и повторять, любимая, любимая, любимая. Для вас, милая, любимая. Спасибо. Вот наш Ярослав пришел. Браво, я же волнуюсь, Руслан, где-то. Браво. Вы представляете, какая большая ответственность. Я сейчас прочитал комментарии, и вот Наталья Гузанова пишет. У моей подруги Светланы сегодня юбилей. Мы за столом смотрим квартирнику Ярослава. Очень радуемся тому, что в гостях у него замечательный певец Руслан Алихно. Давайте, может, поздравим. Поздравим, да. Еще раз имя напомни. Светлана. Светлана. Подруга Юбилей. Натальи Гузановой. Да. Да. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Светлана. С днем рождения тебя. Вот такой вот подарок на юбилей. Вас, любви, а радости, тем, здоровья крепкого. Это наши зрители из города Нижневартовск. Представляете? Круто. Бобруйска тоже писали привет огромный. Писали, передавали, да? Да. Бобруйску большой привет. Низкий поклон. Ждем тебя, Ярослав. Ждем. Бобруйски, с удовольствием. Ждем. А вот возвращаясь опять-таки к Белоруссии, вопрос от Ольги Бондаренко. Если бы в молодости предложили петь в песнярах, согласились бы? Вопрос к обоим. О-хо-хо, конечно. Ты знаешь, не предложили бы, 100%. Потому что на тот момент, когда существовали легендарные ансамбль, коллектив «Песняры», был жив Мулявин, руководитель. Именно был жив. Поэтому, понимаешь, как у нас не было с Ярославом шансов никаких. Но если бы предложили нам исполнить какие-то песни совместно, наверное, с песнярами, то я бы согласился, вот реально. Я тоже с удовольствием. Да. Я пел их песни, очень классные. Особенно, когда Руслан сегодня исполнял, это из репертуара Сибров было, правильно? Нет, из репертуара песняры. Это песняры были? Да, песняры, а, да. Вот, тем более. Хорошо. Конечно. Хорошо. Ярослав и Руслан, скажите, какой самый лучший ценный совет, который вам когда-либо дали в вашей жизни, и кто его дал? Я понимаю, что это вопрос сложный, он требует определенной подготовки, но, может быть, кто-то в действительности оказал на вас очень большое влияние, что-то когда-то сказал, и вот ваша жизнь повернулась принципиально в другую сторону. Ну, мне кажется, что на меня повлияла очень сильно моя жена Наташа. Она очень много мне советов разных давала. Я стал по-другому мыслить вообще, потому что мне раньше казалось, что каким образом можно пробиться на эстраду. Я даже, ну, вообще в мыслях не было. Ну, я думал, это должно быть как
Ну, я уже рассказывал об этом. Грубо говоря, стоишь в туалете, там что-то напиваешь, проходит мимо Матвиенко и говорит: «О, какой голос там, вы кто?» Типа, пошли, все, со мной там. Это нереальная история. Это сейчас нереальная история. Это как Ярослав, да, думал, и что как будет. Я думал, что каждый вот так раз, должно когда быть. Когда он заходил в это интимное место, он ожидал, что будет мимо проходить Матвиенко. Или те же кастинги, которые я тоже благополучно не проходил. Поэтому... Ярослав, вот у вас, у артистов, уникальная способность уходить от ответов и отвечать так завуалированно. Что конкретно она тебе говорила? Вот хотя бы какую-то одну фразу, может быть, ты помнишь? Ну, конкретно... Ярослав, то, что ты сможешь, говорит, я верю в тебя. Да, ты должен мыслить по-другому. Как бы у меня была мысль такая, что, блин, ну это невозможно. Говорит, ничего невозможного нет, ты должен поменять свое мышление, мировоззрение и думать о том, что это все реально, и как бы идти к этому. Вот это вот. И действительно, я так думаю, я сейчас, не знаю... Можно и мировой звездой стать, наверное. Не можно, а нужно. Что значит можно? Можно уже не подходит сюда, понимаешь? Нужно. Я, ты знаешь, восхищаюсь, на самом деле, твоей Натальей. Потому что, знаешь, вот, знаешь, как говорится, вот кто женщина для нас? Голова или шея? Вот для нас кто? Для мужчин, для мужчины она Наташа, шея. Голова и шея. Шея. Понимаешь, она, да? Шея. Она вот куда она вертит мной. Да, вот куда она повернет, поймешь, что туда и мы пойдем. И знаешь, по супругу судит, какая с ним рядом жена. Реально. Понимаешь, вот это все, эта тема, которую ты говоришь, вот неверие там и так далее, не знаешь, что-то делать, как пробиться. Слушай, я вот первый раз смотрю такое. Что? Да, это тоже мне, да? $20. $20, понятно. Нет, надо сказать людям, чтобы не думали, что мы тут за деньги все это делаем. Как друзья, выводить? Кто-нибудь знает? Нет? Как деньги вывести? Через офшоры. Все просто. Через офшоры. Да? Значит, я просто хочу продолжить мысль. Мы, понимаешь, вот между нами простые деньги. Ну что это такое? Ну я сегодня я искусство, понимаешь, о великом там. А он про деньги. Вот. И понимаешь как, это такое, знаешь, не просто дыхание, это новая совершенно, новая жизнь, понимаешь, да, вот то, что у тебя произошло. Потому что это прекрасно, когда есть рядом человек, который верит даже в то, во что не веришь ты. И видит то, что не видишь ты. Это самое главное, понимаешь, потому что мы в чем-то, в принципе, творческие люди, да, как и любой человек, не только заблуждаемся, но мы субъективны по отношению и к себе, и к тому, что мы делаем. Всегда должна быть объективность со стороны. И поэтому это замечательно, когда есть с тобой человек такой, понимаешь? Потому что ты говоришь, вот можно. Не можно, а нужно, Ярослав. Понимаешь как? Смена поколений неминуема, неизбежна. Конечно. Потому что твое место, понимаешь, ты знаешь, да, вот надо это вывести сначала, а потом... Вот. Поэтому я просто рад, что жизнь, она вот такая, понимаешь, она непредсказуема. И ты, человек искренне верит в то, что ты делаешь, и стремишься к этому. Самое главное, с тобой единомышленники. Вот в чем дело. И это очень важно. И поклонники. Огромная армия. Согласен. Огромная армия. А вот по поводу... А можно я отвечу на этот вопрос? Что мне сказали? Я жду, да. Вот. Значит, ты знаешь, мне моя жена Наташа... да ладно, ты же что? Нет. Да нет, у меня жена Юля. Значит, когда я пришел на кастинг «Народный артист», это был 2004 год, значит, именно в Минске, вот мы там три, по-моему, тура прошли, и вот первый получил я после трех туров билет в Москву, так сказать, на еще один кастинг, который смотрели профессиональные жюри. И вот я, представляешь, приезжаю туда, из армии, так сказать, ослужившего в армии, там, по Испании проехал, знаешь, там, 25 концертов по 10 евро, заработал 250 евро там за месяц, ну, реально, да, то есть такими амбициями, там, в ресторане, там, все это везде. И вот я приехал на этот кастинг в Москву, и что мне сказали? Ты знаешь, говорит, вот я помню, стою такой там, что-то, да ладно, там, что-то так, в формате таком. И мне сказали, ты знаешь, мы тебе крылья пообломаем, ты твои. Я говорю, в каком смысле? Ну, реально, в каком смысле? Говорит, ну, вот этот твой весь вот этот вот какой-то там провинциальный этот... Вот этот вот гонор какой-то там, само мнение, реально, мнение себе, да, ты считаешь себя великим, мне сказали. Я говорю, ну, не великим, ну вот, ты еще никто, понимаешь, да? И, знаешь, настолько... Звучало это как это, агрессивно? Нет, это не агрессивно, это было настолько спокойно. Дилетантно, спокойно, ага, да, ага. Так сказать, деликатно, спокойно. Деликатно, спокойно. Да. И, знаешь, ты, говорит, успокойся и просто делай то, что тебе говорят. То есть играй по этим правилам. Вот, понимаешь, дали песню, пой эту песню. Да? Там одели штаны, выйди в этих штанах.
сделали такую прическу, выйти с такой прической. Понимаешь, не надо тут показывать свои амбиции. Выйти бы никто. Знаешь, настолько... И я почему это все говорю? Это, знаешь, каждый человек должен заниматься своим делом. Если каждый человек будет заниматься своим делом, в этом и будет заключаться профессионализм. Если один человек будет заниматься всем, и продюсеры там, и это будет самодеятельность такая, знаешь. И в этом-то и заключается какая-то вот ситуация. Вот это вот зерно какое-то, которое меня, понимаешь, что-то как бы чуть-чуть, действительно, я как бы так чуть-чуть свои крылья-то поподжал. Вот. Позволь, я срезюмирую. Да, пожалуйста. Кто-то. Смотри, конкретно. В жизни тогда у нас кто был? Лайма Вайкуле. Тигран Кесаян, Артур Гаспарян и Ким Брэдли. То есть еще раз. Собственно говоря, это были коллеги, люди профессионалы, понимаешь, своего дела. И режиссеры, там, и журналист, да. И композитор, и еще и звезда мировая. Ответ, я так понимаю, на твое выступление какое-то. Нет, на мое высказывание. На твое высказывание, да, которое было сказано с провинциальной спесью. Такое, со всеми амбициями, которые были у меня в тот момент. Они сказали тебе... С 250 еврами в кармане, поэтому. Ну, это важно. Важное дополнение, между прочим. Они сказали тебе о том, что стоит призадуматься, и тебе хватило мудрости принять это не в штыки, а, собственно, как за совет. Да, конечно. Сколько тебе лет было? 23 года. 23 года. А кто такой, понимаешь? Ты только приехал в Москву. Я только приехал на кастинг, понимаешь, на отборочный тур. И я вообще, понимаешь, у меня, знаешь, какие амбиции были? Боже мой, Москва, я всегда хотел сюда приехать, стремился. В 2001 году мы выиграли конкурс, кстати, в Ленинграде, недалеко от Москвы, тут есть город такой. Здесь тоже. И вот победа, да. Это здесь, вот рядом. Да, вот там за углом, там, да. Вот. Мы сейчас здесь конкурс. И находимся. И поэтому, знаешь, с этими амбициями, вот этими амбициозными, конкурс в Польше, там какие-то конкурсы международные, республиканские, там городские, вот это, понимаешь, как вот... А теперь пойми мое состояние, когда я пришел на «Голос». Представляешь, да, все вот это, и я уже как не относился к этому. Я уже понял, как данность, нужно просто это пройти. Ну что же, вот такие вот интересные истории у нас открываются на нашем квартирнике. А мне кажется, друзья, мы немножечко все-таки заговорились. Да, несмотря у нас времени остается очень мало. Да, хотелось бы спросить еще о многом. У нас до конца эфира в буквальном смысле 13 минут. Да, я бы предложил вам еще исполнить одну композицию. Либо финальную, это твою. Сначала сольно, а потом сразу еще. Хорошо, ну дело в том, что песня у меня на 15 минут. Хорошо, отлично. Ну, нормально, ничего страшного, мы продлим. Ты просто побыстрее пой. Понял. Я буду сокращать на ходу. Господин ведущий, ускорите немножечко. Для всех слушателей. И тональность поднимите на терцию выше, пожалуйста. Да, для всех слушателей замечательного вечера квартирника Ярослава Тумишевского. Спасибо Богу. Для вас песня. Как... Сам не знаю я, как жил полжизни без тебя. Там, в памяти моей, всех безликих дней мне не сосчитать. Спасибо Богу за тебя. Твое дыхание — это часть меня. Спасибо сердцу твоему, что одному мне не бродить по свету. Я время отпустил, да, удержать его нет сил, но ты мне даришь дни жизни и любви, их не сосчитать. Спасибо Богу за тебя. Твое дыхание — это часть меня. Спасибо сердцу твоему, что одному мне не броди по свету. Спасибо Богу за тебя. Твое дыхание — это часть меня. Спасибо сердцу твоему, что одному мне не бродить
по свету. Спасибо Богу за тебя. Твое дыхание — это часть меня. Спасибо сердцу твоему, что одному мне не бродить по свету. Спасибо Богу за тебя. Твое дыхание — это часть меня. Спасибо сердцу твоему, что одному мне не бродить по свету. Спасибо вам большое. Спасибо, Руслан. Низкий всем поклон. Очень трогательная, жизнеутверждающая песня прозвучала сейчас в исполнении Руслана Алихно. А я напоминаю о том, что несмотря на время, которое так или иначе подходит к завершению эфира, у нас еще оно немножечко есть. Я бы хотел задать пару вопросов. Руслан, вот в условиях этой самой злосчастной самоизоляции, которая, конечно же, необходима, скажи, как ты любишь проводить свободное время? Какие позитивные моменты ты извлек из всей этой ситуации? Саша, спасибо большое за актуальный вопрос сегодня. Ты знаешь, это время мне идет на пользу. Почему? Потому что я понял за это время, проведенное с семьей, вот эти вот месяцы в квартире с дочкой и с женой, что я настолько их редко вижу, и настолько, понимаешь, я вижу, как дочь растет, как она становится старше, как она там что-то понимает, говорит какие-то там предложения и так далее, там игры, задачи и так далее. И ты знаешь, вот это время, знаешь, наоборот, хорошо, потому что я стал заниматься, помимо того, что спортом дома, что я ни разу вообще в жизни не делал, куда-то постоянно уезжал под предлогом в спортклуб поеду, съезжу, да, искренне дома. Значит, сейчас я литературу читаю очень такую, значит, в данный момент я читаю, значит, Романовых. Вот, там прямо исторические факты, да, то есть какое-то там самообразование-то. Но искренне рад тому, что я провожу это время с семьей. С семьей, дома, на прогулке где-то. Ничего другого, понимаешь, вот времени столько, что ничего другого. Да, конечно, там приходится какие-то онлайн делать выходы в интернет, как-то радовать своих поклонников. И поэтому это время, оно, знаешь, оно много чего перевернет у каждого из нас в жизни. Но самое главное, я хочу всем, можно сказать, как бы нужно, скажу нужно о том, что, чтобы мы радовались тому, что мы есть друг у друга, наши родные и близкие, которые искренне любят. Всем тем, кто сегодня смотрели этот эфир, за то, что вы нашли терпение, время, даже у кого-то юбилей, и люди, сидя за столом, смотрят и, понимаешь, и пишут комментарии. За комментарии ваши. Ярослава, тебе большое спасибо и низкий поклон тебе за то, что пригласил к себе в гости на замечательный проект «Квартирник» Ярослава Сумишевского. Александр, большое спасибо тебе за эти прекрасные вопросы, потому что когда человек готовится и задает вопросы не из потолка, понимаешь, откуда там. Вот. А подготовлены — это отдельное спасибо. Ребята, вы к вокалу. Прекрасные, потрясающие. Гитарист. Стрим у нас, понимаешь, что-то ведет оператор, самый известный, который снимал несколько фильмов в Голливуде. Вот, молодец, сегодня на самоизоляции находится, и это хорошо. И самое главное, что он у Ярослава. Да, и, конечно же, Наташи. Поэтому всем вам большое спасибо. Для меня большая честь была сегодня быть с вами в гостях в вашей компании. Спасибо, Руслан, спасибо огромное. И я думаю, что у нас время для завершающей песни, да, Саш? Да, пока ты готовишься, я бы хотел тоже сказать ответное слово. Во-первых, твой приход сегодня к нам без преувеличения был одним из самых ожидаемых. И тогда, когда мы только еще планировали запустить этот проект, мы спрашивали, кого бы вы хотели видеть в гостях у Ярослава.
Абсолютно честно, твое имя встречалось наиболее часто. Часто было. Да. И это очень приятно. Пусть дружба, друзья, ваша крепнет, пусть ваше творчество доносится все до большего количества сердец не только в нашей стране, а во всем мире. А вам я хочу пожелать искреннего здоровья и сказать в очередной раз огромное спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Мы это чувствуем, и именно это придает нам сил для того, чтобы не останавливаться и делать этот проект дальше. Ну, а в завершение сейчас прозвучит очередная песня Ярослава Сумишевского «Ступени». Хочу пожелать всем, чтобы у вас ваш жизненный выбор всегда был правильным, и будьте счастливы. Поехали! Спасибо! Можно, кстати, вставать. Давайте танцевать. Мы ищем свои ступени, и даже когда их найдем, из-за боязни и лени зачем-то мимо пройдем. Мы пишем чужие мысли, и даже когда рассвет, мы вновь избегаем риска и ждем комфортный ответ. Ступени вниз, ступени вниз, зависит, что ты в небо кинул. Счастливым быть или не быть, у тебя всегда есть выбор. Мы делим свои чужие и знаем, где суть не пустяк, но только слова пустые в душе разведут сквозняк. Мы сеем добро по капле, веками ждем, что взойдет. Мы наступаем на грабли, а вось опять повезет. И все ступени вниз, ступени вниз, ступени вниз, ступени вниз, зависит, что ты в небо кинул. Счастливым быть, счастливым быть или не быть, у тебя всегда есть выбор. Ступени вниз, ступени вниз, ступени вниз, зависит, что ты в небо кинул. Счастливым быть, счастливым быть или не быть, у тебя всегда есть выбор. Пускай ваш выбор всегда будет правильным, только ступени вниз. Дорогие друзья, огромное спасибо всем, всем нашей команде. Наташа, Олег, Иван, Шарена, Валера, все, кто причастен к этому большому празднику. Олег, но! Ступени вниз, ступени вниз, зависит, что ты в небо кинул. Счастливым быть или не быть, у тебя всегда есть выбор. Ступени вниз, ступени вниз, ступени вниз, зависит, что ты в небо кинул. Счастливым быть, счастливым быть или не быть, у тебя всегда. Суперведущий Александр Чиманов. И Ярослав Сумишевский. Спасибо, Ярослав. Всем спасибо, будьте счастливы. Пока, до встречи.